Ну, вот такую я пару намешала, сейчас мы ее закроем и отнесем на теплый пол. Отделили 6 белков и 6 желтков. Один что-то пошел не так. Поехали. 6 белков. Облачко получилось. Сейчас будем взбивать желтки. Так, желтки и запад. Смешиваем. А я вот масло, чтобы оно сильно растаяло, вот так вот режу еще на мелкие кусочки, чтобы оно было совсем мягкое, мягкое. Ну, почки-то у нас белеют. Мне кажется, они даже поднялись выше, чем белки. Так, а пара у нас поднялась. Сейчас будем сюда добавлять белки, желтки и масло. Ну-ка, сейчас мы ее потрогаем. Как она? Какая красота! Какая красота! Добавляем. О, желтки. Теперь мы это все смешиваем. Все смешала. Теперь все перемешиваю. Прямо ходит вот. Так интересно. Вот теперь перемешала. Такое тесто получилось. Сейчас я его накрою пленочкой и опять поставлю подниматься. Так. Вот, вот так у нас уже поднялось, уже получше, получше. Я уже поставила, конечно, на кастрюлю, как водяную баню. То, что-то у меня медленно поднимается, сейчас нормально. Положили мы сюда изюм, цукаты и вяленую вишню. Смотрите, как тесто красиво. Тесто вот такое классное. Сейчас мы это все перемешаем. Ой, какая красота. Ой, ну красота. Так, а мы изюм немножечко я перемешала с мукой, чтобы он лучше к тесту приставал. Так вот. Так, мы все перемешали и поставили опять подниматься тесто. Опять вот на водяную баньку. Вот оно. Ой, как хорошо у меня поднялось тесто. А, как у нас все поднялось. Тесто просто. Так, приготовила такие кастрюльки. Уже все в порядке. И второе. Приступаем. Переобуваем. Тесто все выше и выше. Разгулялось. Так, снимаем. Ай-яй-яй, как оно у нас хорошо поднялось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вау, какая красота. Куда его положить? Даже не знаю, куда положить. Ой, такой запах вкусный. Сейчас мы его будем уминать, уминать. Ой, прям живое. Ой. Он сейчас не убежит? Нет, все, он уже опускается. Ой, какое замечательное у нас тесто получилось. Все, сейчас буду форму делать. Вот такая у нас красота получилась. Я буду вытаскивать. Этот графический рост, начавшийся около года назад. Закономерность очевидна. Чтобы компенсировать утрату. Готовим глазурь. Ставим в водяную баню. Насыпаем туда 120 грамм сахара и 2 белка. До растворения сахара. Смотрите, какая шикарная глазурь.
класс. Сейчас будем мазать куличи. Так, намазали, намазали маленькие. Сейчас будем украшать. Вот такие у меня кулички получились. Мы их украсили. Яички покрасили. Откажем по два яичка.